Здравствуйте, мы с вами находимся рядом с южным входом ВДНХ, он у вас справа на экране. Здесь работает колесо Солнца Москвы, сейчас подойдем поближе. Это развлекательный комплекс Солнца Москвы и самое большое в Европе колесо обозрения. Это главная площадь комплекса, и сейчас поднимемся на ресепшн колеса обозрения. Вот такой главный вход на колесо, можно на эскалаторе, можно по ступенькам. Итак, сегодня 12 октября 2022 года, третий день работает колесо. Время работы с 12 часов до 22. Выходной день будет понедельник. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте колеса, либо вот здесь, в таких терминалах. Также работают обычные кассы. Видите, народу не очень много. И проход через металлоискатели на площадку посадки в колесо. Также прямо тут работает фудкорт, можно перекусить. Вся информация по ценам и ссылка на официальный сайт. Есть у нас статья на сайте, где вы, видимо, и смотрите это видео. Если вы смотрите в YouTube, то ссылка будет под этим видео. В общем-то, это вся информация, необходимая для того, чтобы попасть на колесо обозрения. Сейчас я еще пройдусь по развлекательному комплексу, посмотрим с вами, что там есть. Это вид сверху с посадочной площадки на парк развлечений, который тоже называется колесо обозрения. Большинство заведений тут пока не работают, но вот открыта шоколадница, еще какие-то кафе. Сейчас спущусь и пробежимся. Вот указатели на общественный транспорт. До метро тут около 800 метров пешком. Если выйти из метро ВДНХ в направлении к ВВЦ, то идти до колеса обозрения метров 800. В парке развлечений предусмотрены различные развлечения, но на большинстве витрин еще надпись «Скоро открытие». Тут две открытых галереи, которые сходятся возле главной площади перед входом на колесо обозрения. А вдоль галереи развлекательные центры, игровые автоматы, бесплатные качели. Полный оборот колеса обозрения занимает примерно 18,5 минут. Из комплекса развлечений «Солнце Москвы» можно выйти прямо на территорию ВДНХ. Там же есть остановка электробуса бесплатного. От главного входа можно доехать на бесплатном транспорте. А в самом комплексе народу еще совсем немного. Ну, во-первых, будний день, потом октябрь месяц. И, конечно, еще не все открылось и не все в курсе. Это все, что я хотел вам сегодня показать и рассказать. Находится это все возле южного входа в ВДНХ. Вот он справа на ваших экранах. Следите за новостями на нашем сайте. При любых изменениях информацию мы дадим. Всего вам доброго.